Приветствую друзей и гостей своего канала. Сегодня я буду готовить суп с хлёцками. У меня было две грудки. Обычно филе я срезаю, а из каркасиков куриных варю бульон для супа. Приступаю к приготовлению. В кастрюле у меня приблизительно около 2 литров воды. В кипящую воду отправляю 2 куриных каркаса. Закрою крышкой и буду ждать, пока вода закипит. Бульон закипел. Здесь вот немножко пены, я ее уберу. Добавлю соль по вкусу. Добавлю лавровый лист один. Уменьшу тепловой режим плиты. Буду готовить бульон минут 30. Бульон варится, пока приготовлю зажарку. На луковицы нарежу мелко кубиком. Включила сковороду нагреваться. Нагретую сковороду с маслом выкладываю лук. Буду обжаривать до золотистого цвета. Две небольшие моркови буду натирать на крупной терке. К луку добавлю морковь и буду обжаривать минут 5. Картофель у меня не крупный, буду нарезать мелко кубиком. Картофель переложу пока в тарелку, уберу в сторону. Готовлю тесто на хлёцки. 2 куриных яйца. Добавлю щепотку соли. Хорошо перемешаю. Буду подсыпать муку в яйца и сразу размешивать. На это тесто у меня ушло 2 яйца и на полстакана муки. Это я густым не делаю. Где-то вот такой густоты. Тогда хлёцки получаются более нежные. Каркасики я убрала. В кипящий бульон отправляю картофель. Как картофель закипит, уменьшу тепловой режим плиты. И буду варить минут 5. Суп закипел. Уменьшаю тепловой режим плиты. Закрываю крышкой. И буду варить минут 5. Один плавленый сырок у меня голландский. Сейчас я его распечатаю. Сырок порежу мелко кубиком.
Так вот лучше рассоединить на маленькие кусочки. Сразу режу и рассоединяю их. Убираю в сторону. Добавляю в суп морковь с луком. Суп закипел. У меня чайная ложечка. Мочила в бульоне. И вот так выкладываю суп. Я делаю нежные хлёцки. Если кто-то любит такие потверже, которые, надо тесто делать погуще. Добавляю в суп плавленый сырок. Пробовала суп на соль, добавлю соли по вкусу. Добавлю сушеный укроп. Добавлю смесь перцев. Решила добавить мороженую петрушку. Суп перемешаю и через 5 минут уберу с плиты. Суп получился ароматный и очень вкусный. Я его отключаю, закрою крышкой и убираю. Суп получился очень вкусный. Хочу поблагодарить друзей и гостей своего канала за подписки, лайки и комментарии. Пожелать всем здоровья, мира, добра. Пока-пока.